Всем привет, с вами Оксана Майкова, я живу в Испании и помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно, то есть готовлю вас к покупке, вот к такому уж серьезному шагу. Испания шикарная страна, сейчас начало лета и самое время смотреть квартиры, которые могут принести нам пассивный доход. То есть сегодня тема такая у нас и идет набор на второй курс школы профессионального покупателя «Беспроигрышная стратегия арендного маркетинга», где мы как раз пошагово разбираем этот вопрос, как настроить свой объект на аренду, как получать с аренды максимальную прибыль. И вот одну из квартир, из таких квартир, мы сегодня с вами и посмотрим. Вот она, эта урбанизация, то есть, да, нам открывают дом, открывают подъезд, но мы с вами пойдем сначала посмотрим, что же есть, что мы можем предложить своим, скажем так, потенциальным клиентам в качестве дома для отдыха. Скажу сразу, что урбанизация находится в 2 километрах от моря, потрясающие виды. О том, как просчитывать и под какой рынок рассчитывать квартиру, мы с вами говорим на втором курсе нашей школы профессионального покупателя «Сам себе риэлтор. Беспроигрышная стратегия арендного маркетинга». Ну, а здесь мы смотрим сам объект. Смотрите, в самой урбанизации 7 бассейнов. Вот один из них. И посмотрите, какой шикарный вид. Шикарный вид на море, шикарный вид на Андалусию. Это, наверное, ну, одно из самых великолепных мест с хорошим видом. И будет ли сдаваться ваша квартира, ну, вы решите сами. То есть много зелени. Много зелени. Сам жилищный комплекс находится немножечко в стороне от шумных городов. Нужна машина, то есть об этом нужно позаботиться. Но выглядит он, конечно, очень шикарно и очень приятно чувствовать себя владельцем такой квартирки, да, небольшой. Посмотрите, как выглядит подъезд, как ухожена территория. А вообще на территорию обращайте особое внимание, потому что вы платите за коммунидат. И в этой урбанизации коммунидат не самый дешевый, порядка 80 евро в месяц. Поэтому смотрите, чтобы все было всегда чисто, чтобы все было аккуратно, чтобы дом был в хорошем состоянии. Внизу, да, то есть сюда спускаемся, гараж. Ну, мы на лифте передвигаться будем. Входим в квартиру. То есть вот сама квартира. Смотрите, начнем мы с кухни. Приятное место для хозяек. Кухня небольшая, то есть небольшая, но полностью оснащена. Да, квартира продается с мебелью. То есть это вторые руки. И вот здесь была пробита стена. Здесь раньше находилась темная комната, а сейчас она пробита на террасу. То есть так как кухня небольшая, можно поставить столик на террасу. И спокойно, вот есть дверь, организована дверь. Да, вот в этой темнушке как бы кондиционер, машина для кондиционера. И вот здесь уже стоит столик и вид в другую сторону. Дальше с этой террасы, проходя по террасе, мы попадаем в зал. То есть квартира очень освещенная. Обратите внимание на окна. Я, может быть, здесь не очень хорошо снимаю, потому что мы, во-первых, я не одна. Я эту квартиру показываю. Поэтому вот прям досконально, прям кропотливо не удается ее показать. Прихожая, кстати, неплохой дизайн в этой квартире. Одна спальня, двухспальные это апартаменты. Стоимость их 117 тысяч евро. 117 тысяч евро – это не совсем, скажем, это не дешевый вариант, но тем не менее. Вот, смотрите, ванная небольшая. То есть квартира сама очень компактная, поэтому она, наверное, очень хорошо и подходит для аренды. Ну, не наверное, а точно. Потому что, в общем-то, экономичное жилье, скажем так, экономично, немного площадь, небольшие площади, легко обставить мебелью, хотя она вот уже с мебелью продается. Вот мы находимся, да, в главной спальне, здесь своя ванна, свой туалет и есть детская. Это общий гостевой напротив. Не судите строго, что получился такой вот показ. В принципе, я хотела показать вам одну из квартир, конкретно подходящую под аренду, потому что у нас набор идет на второй курс школы, да, для тех, кто хочет сдавать квартиру, кто хочет получать пассивный доход, кто хотел бы грамотно настроить арендный маркетинг. Вот для этого вот это видео было снято. Вот такой шикарный... Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал,
и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.